Колыма впервые участвует в международном гастрофестивале «Кухня без границ». Конкурс проходит с 4 по 25 ноября при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства. Участие Магаданской области инициировало агентство по туризму. Фестивальные блюда представили в ресторане «Таксопарк». Яства создавали из местных продуктов – свеклы, жимолости, строганины, креветки и других. В основном все блюда направлены на местные продукты, готовятся из местных продуктов. Это делается специально для того, чтобы каждый регион мог показать, что он может предложить туристу сегодня. То есть, что ты можешь попробовать, приехав к нам сюда, именно вот на основе местной локальной кухни. Тема ужина – прием генерального секретаря на Колыме или как кормили первых лиц СССР. По словам сотрудников таксопарка, поучаствовать они решили для популяризации Магаданской области. Регион перспективный для туристской сферы, заверяют специалисты. А участие в международном фестивале отлично подходит для того, чтобы это показать. Очень верим в то, что туристы могут приезжать сюда, могут получать удовольствие, получать эмоции, получать впечатления. И Магадан очень перспективный в этом направлении город. Вот, а наше заведение может презентовать и презентовало сегодня те локальные продукты, ингредиенты, которые мы используем в своей кухне и которые будут интересны для гостей. Хоть это был и первый опыт, мероприятие прошло на хорошем уровне, уверяют организаторы. Члены жюри остались довольны. Вопрос, который возникал у судей к поварам на протяжении вечера, был: как вы придумываете такие рецепты?